Парень восстановил газон 52-й. Шли годы, его сын решил восстановить отцовский газон. Работу начал с ремонта двигателя. Пришлось заменить блок цилиндра, так как старый нужно было только гильзовать. Затем принялся за КПП, тут оно от ГАЗ-53. Разборка, чистка, сборка с новыми прокладками. Далее начался процесс сборки и установки мотора на свое законное место. Первый пуск прошел успешно. Затем ремонт и замена навесных агрегатов, стартер, генератор, бензонасос и прочее. Также парень принялся за ремонт кабины. Так он и восстановил газон 50. Деревянный кузов за долгие годы работы практически сгнил, сделали полностью новый. И вот он, обновленный отцовский грузовик ГАЗ-52, просто красавец. Так выглядит газон после ремонта. Как видите, глаза боятся, а руки делают. Грузовичок снова обрел новую жизнь и будет, как в молодости, колесить по дорогам. Автор восстановительных работ Андрей Козырев. Статья была взята с сайта автосамоделки.ру. А ты уже подписался на наш канал? Спасибо за лайк и комментарий.